Жители Якутии прочитают роман якутского писателя Сафрона Данилова в прямом эфире. В Северо-Восточном федеральном университете запустили новый культурный проект. Он объединит национальную литературу, цифровые технологии и читателей в интернет-пространстве. О том, как будет проходить онлайн-чтение якутского романа, смотрите далее. Каренина – живое издание и Чехов – жив. Именно эти онлайн-чтения положили начало проекту Северо-Восточного федерального университета «Бьется сердце». Роман якутского писателя Сафрона Данилова прочитают студенты, преподаватели, спортсмены, политики, а также руководители республики. Сам проект заключается в том, что 3 марта по всей республике на 5 площадках в городах Якутске, Мирном и Нерюнгри будут читать онлайн роман нашего якутского народного писателя Сафрона Данилова «Бьется сердце». Сюрехтеверин Тухарен. Организаторы выбрали этот роман не просто так. Автору произведения Сафрону Данилову в этом году исполняется 95 лет со дня рождения. Роман входит в перечень 100 книг, которую обязательно должен прочитать студент университета, независимо от уровня знания якутского языка. Это важно для нашего русского населения, так как мы проживаем в республике Саха-Якутия, и мы должны понимать, о чем говорит наше окружение, и также обогащаться якутской литературой. Прочитать отрывок романа онлайн может любой желающий. Кастинг на участие в проекте прошел в Якутске, в Нерюнгри и в Мирном. Результаты кастинга у нас будут объявлены 14 февраля. Каждому участнику будут индивидуально звонить и говорить, как бы будет ли он участником. И вот финальный сам проект будет 3 марта по всей республике. Вот это вот онлайн-чтение. Онлайн-чтение транслируют на официальном канале Северо-Восточного федерального университета на сайте YouTube. Всего роман «Бьется сердце» прочитает более 300 человек. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».